Всем привет, любители ароматного табака. Сегодня маленькая история о табаке Happy Boogie Twist от компании Gavish и Hogart. Я вот такой вот пакет взял. Убедил меня купить этот табак Дим Кривошеев, за что ему гигантское спасибо. У меня был период, когда я пытался курить твисты, но, видимо, я был не готов ни морально, ни физически, и как-то этот табак меня немножечко отпугнул. Сейчас я переосмыслил свое отношение к этому табаку. Действительно, табак крепкий, действительно, курить табак каждый день не будешь, но иногда хочется взбодриться, хочется чего-то такого настоящего мужского. Напомню вам, табачок представляет из себя вот такие вот веревки. Веревки крутятся вручную. Табачок здесь Virginia, ну, по некоторым сведениям есть тут и Берли, ну, не знаю, насколько это правда. Табачок этот можно жевать, можно курить, кому как нравится. Табак очень крепкий. В незажженном виде, ну, немного соленый такой аромат. Ну, чего-то копченого. Мясо, рыба. Кому что больше нравится, мне больше нравится мясо. Приятно пахнет. В твистах табак сырой традиционно, поэтому надо его сушить. Я его просто ножом нарезаю и мелко, и забиваю в трубку. В принципе, вот и вся нехитрая манипуляция с этим табаком. Ну, конечно, перед забивкой немножечко просушиваю. Покурим сегодня из трубки из малой чаши. Не надо курить твисты из здоровых трубок, потому что, ну, это отчасти послужило тем, что я длительное время твисты не курил, потому что не было соответствующего инструмента. Потому что из большой чаши, ну, тяжеловато, тяжеловато. Табак очень крепкий, повторюсь, и тяжело его переварить. Из трубки с большой чашей. Знаете, ну, табак, говорят, что в таком виде попал в Европу, и первыми его потребителями были моряки. И табак находится в этом настроении, он такой соленый со старта. Сразу насыщенный. Копченые нотки, но на первом плане все-таки соль. Знаете, кто не любит вот в табаках рыться, вот эти полутона там искать между сухофруктами и конфетами, это вот как раз для таких людей табак. Мощный, прямой, никаких тут полутонов. Если это мясо, то это мясо. Если это копоть, то это копоть. Табачок немножко прогрелся. Начал такой немножечко копоти давать. Дегтярной такой бочке. Знаете, если в коптильню заходили когда-нибудь, эти рыбу коптят или мясо, и там такой насыщенный аромат вот этой копоти, в табаке он есть. Перчик глубоко затянулся, в гортань пробрался.
или со слюной. Ну, достаточно тяжело его разжечь. Не потому что он сырой, а потому что я его перегреть боюсь. Если его перегреть, вся магия из него уйдет. Ну, древесный аромат начинает пробираться. Табак имеет аромат обмана сигарет, производителей сигарет. Сколько же разнообразный вкус у табака. И насколько омерзительным из него можно сделать сигареты. Есть люди, которые всю жизнь курят сигареты, по сути являясь потребителями табачной продукции, но при этом никогда в жизни не пробовавшие настоящего табака. Парадокс. Просто парадокс. Ну да, аромат становится более насыщенным, древесным, перечным, мясистым. Коготь это накрывает все. Интересное, острое начало. Мы посмотрим, что на половиночке будет. Ну что, друзья, половина трубочки позади. Ну, пока я курение не назову запредельно крепким. Безусловно, крепость есть в табачке, но пока не запредельная. Что по ароматам, на тяге очень-очень объемный сахар. Далее основной вкус это все-таки копченое мясо, ну и послевкусие соль и перец. Прямолинейный мужской табак, все как ожидалось. Курить лучше все-таки на грани затухания, лучше лишний раз прикурить. Потому что если табак перегреть, начинает просто перчить, давать неприятные послевкусия. Ну, посмотрим, чем все закончится. Ну что, друзья, докуриваем наш сегодняшний табачок. Но табак не показался мне запредельно крепким. Видимо, я правильно подобрал темп и размер чаши. Весь секрет курения твистов, я так понял, именно в этом. В конце курения на первый план вышли смоленистые ароматы дерева, копченое мясо, ну тут уже скорее сырая кожа, ушла в послевкусие, и в гортани остается перец и аромат древесного угля. Приятный табак, по оценочкам получилось 17 из 20. Ну это безусловно, табак не на каждый день, но когда хочется чего-то такого мощного, прямого покурить, самое то. Спасибо вам за внимание, до новых встреч!